Aleluja. Слава Богу, аллилуйя. Без переводчика надо говорить аллилуйя. Без прикладателя треба говорить аллилуйя. Все понимают. Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Чудесно вас всех видеть здесь. Это прекрасное место. Я зазрачно вас всех видеть. Тут и прекрасное место. То, о чем я молюсь сегодняшний вечер, то, за что я молюсь в днешний вечер, это то, чтобы сверхъестественная сила Божья была проявлена среди нас. Это, чтобы с вышин была сила Божья проявлена между нами. И мы уже сделали вчера одну часть, сегодня утром другую. Вчера мы уробили первую часть, днес рано другую. Сейчас третья, что-то происходит в духе. A teraz tá ďalšia časť, niečo sa udeje v duchu. Когда мы собираемся во имя Христа. Vtedy, keď sa zhromažujeme v mene Krista. И я верю, что наше сердце становится более чувствительным к Духу Божьему. Verím, že naše srdce sa stáva viac citlivým na Ducha Svätého. И для меня очень важно, чтобы в этом собрании не было разделения. Pre mňa je veľmi dôležité, aby v tomto zhromaždení nebolo rozdelenie. Здесь нет того, кто проповедует, того, кто слушает. Je tu ten, kto káže, je tu ten, kto počúva. Прежде всего, здесь есть Дух Святой. V strede toho všetkého je Duch Svätý. Есть Иисус Христос. Je tu Ježiš Kristus. И мы собраны во имя Его. A my sme zhromaždení v Jeho mene. Это не важно, что я там с Украины приехал, с Ужгорода или со Словакии. Не е дволожите то. Или с Америки. Же сам пришёл из Украины, из Словенска или из Америки. Но мы здесь как один народ. Сме тут днес ако один народ. Одно тело Христово. Едно Христово тело. И это очень важно, чтобы мы все были открыты. Je veľmi dôležité, aby sme boli všetci otvorení. Открыты для Духа Святого. Otvorení pre Ducha Svätého. Открыты для Слова Божьего. Otvorení pre Božie slovo. Открыты для друг для друга. Otvorení priateľ pre priateľa. И я хочу, чтобы мы сейчас помолились. Chcem, aby sme sa teraz pomodlili. Все, каждый из нас. Všetci, každý z nás. Украинцы, Словаки, ещё не знаю, кто здесь, американцы. И Украинцы, Словаки, Американя. Я хочу, чтобы мы сейчас помолились. Хотим, чтобы мы сейчас помолились. Очень простая и короткая молитва. Вельми jednoduchá a krátka modlitba. От всего сердца. Zo srdca. Просто подними свои руки к Богу. Jednoducho закрой свои глаза. Pozdvihni svoje ruky k Bohu a zatvor svoje oči. Давайте мы пригласим Духа Святого. Poďte, pozveme Ducha Svätého. Пусть он господствует на этом месте. Nech on je pánom na tomto mieste. Пусть он господствует. Nech je pán v našom strede. Дух Святой, мы призываем тебя. Духу Святый, позываме тебя. Аллилуйя. Иисус, мы просим тебя. Ježiš, prosíme ťa. Покрой нас твоим помазанием, твоим духом. Прикрой нас твоим помазанием и твоим духом. Наполни каждое сердце сегодня. Наполни днес каждое сердце. Сверхъестественной силой твоей, Господь. Звиши свою силу, Пане. И мы открываем свое сердце для тебя. Мы отвораме свое сердце пред тебя. Я молюсь, чтобы каждый из нас ощущал. Modlím sa, aby každý z nás očakával, cítil, že on nachádza v prítomnosti Hospoda. Že sa nachádza v prítomnosti Božej. Aby sme to spoznávali. Aby sme spoznávali. Spoznávali i prijímali to, čo ty máš pre nás. A prijímali to, čo ty máš pre nás. V mene Ježiša. V mene Ježiša. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Я долго думал, как начать проповедь. Долго сам размышлял над тем, как начать казнь. И потом я вспомнил одного человека. Потом сам си вспомнил на одного человека. Это человек из Библии. Это человек из Библии. Его имя Савл. Его имя е Савл. Савл. Очень интересная личность. Вельми заумова особенность. Мы встречаемся с ним на страницах Библии, когда он шел по дороге в Дамаск. Встретаемся с ним на цесте до Дамаску. И там есть маленькое описание этого человека.
tam je malinký úsek v písme ohľadom tohto človeka. Это был человек, о котором сказано, что он дышал злобой. Дышал угрозами и убийством. Чиже є то був то чоловік, є о ньому написано, що це був чоловік, в якому була злоба. Он дышал. Дихал злобою. Злобой и убийством. Забитим. Так о ньому написано. Так о ньому написано. В 9 главе Деяний, я не знаю, у вас в Библии так? В 9 капитуле Скутков. Маєте то так в Библии? И он был такой человек. Он был таким-то человеком. Я слышал историю. Почув сам историю. Из времен Советского Союза. З часу Советского Звезу. Знаете, коммунисты очень боролись против Бога. Видите, коммунисты вельми боювали против Богу. И они гнали церковь. Они уганяли церковь. Многие служители и пастора сидели в тюрьмах ни за что. Mnohí kazatelia sedeli vo väzeniach za nič. И я некоторых даже знаю таких людей, которые много лет просидели в тюрьме. Некоторых таких, потому что они проповедовали Христа. Некоторых таких-то людей, которые просидели много роков во väzení, pretože kázali Krista, osobne poznám. И я слышал свидетельство одного милиционера. Počul som svedectvo jedného policajta, который в конце концов покаялся и пришёл к Богу. Ktorý nakoniec vlastne prišiel k Bohu. No on byl jedným z tých ľudí, ktorí byli časťou tých otriadov. No bol to človek, ktorý bol jeden z tých oddielov, jeden človek z tých oddielov. Z tých tímov, ktorých, áno, tímov. Ktorých speciálne vybierali dla toho, čtoby oni приходили на собрания и ловили людей. С тимом, которые приходили на зромаждение, а ловили людей. Потому что не каждый милиционер мог это делать. Потому что не каждый полицейский то-то мог делать. Нужно было выбирать людей жестоких, морально испорченных. Было потребно выбрать людей, которые были морально порушены. Потому что они приходили на собрания совершенно беззащитных людей. Pretože prichádzali na stretnutie, na zhromaždenie ľudí, ktorí nemali ochranu. I tam byli ľudia, ktorí prosto molili k Bohu. Boli to ľudia, ktorí sa jednoducho iba modlili k Bohu. Byli babušky, byli dedušky. Babičky, detkovia. Byli mladí ľudia, dievušky, parni. Dievčatá, páry. Oni prosto molili. Jednoducho sa modlili. I eti milicionieri, oni должны byli žestoko izbývať etich ľudí. A títo policajti jednoducho byli týchto ľudí. I этот человек, он покаялся, потом он рассказывал о том, сколько тяжёлых, плохих вещей он сделал в своей жизни. Tento človek sa obrátil a potom hovoril o tom, koľko zlých vecí urobil vo svojom živote. Но когда эти люди приходили, это было страшно смотреть даже на их лицо. Keď títo ľudia prichádzali, bolo strašné pozerať na ich tváre. Потому что они просто дышали убийствами и угрозами. Pretože oni dýchali jednoducho zabíjaním. И апостол Павел был таким. A apoštol Pavol bol takýto. Он дышал угрозой и убийством. Dýchal týmto, dýchal zabíjaním. И о нём знали многие. Mnohí ho poznali. Известие о нём шло быстрее, чем он сам. Bol známy. Известие о нём, слух о нём шёл быстрее, чем он сам. Повесть о нём шла рыхлейше, ако он сам. И на дороге в Дамаск. А на цесте до Дамаску? Вдруг он увидел свет. Сразу увидел светло. И это не просто был свет, это был настолько яркий свет. Не было то однодухое светло, было то ясное светло. Который как бы ударил его. Ktoré akoby ho udralo. Потому что он просто упал. Pretože jednoducho spadol. От этой яркой вспышки света. Bolo to jasné, silné svetlo. И когда он лежал на земле. A keď ležal na zemi. Он услышал голос. Počul hlas. Который говорил ему. Ktorý hovoril k nemu. Saul, Saul. Saul, Saul. Почему ты меня гонишь? Prečo ma prenasleduješ? И написано, что
Saul v úžase. Je napísané, že v úžase. V úžase. Že Saul v úžase. Strach. Strach. Čiže v strachu. V strachu. Saul v veľkom strachu. On vo veľkom strachu. Kto ty? Pýtala sa, kto si ty? Kto ty? Kto si ty? Vy znáte, on skazal, ja Iisus. On povedal, ja som Ježiš. Ktorého ty goníš. Ktorého ty prenasleduješ. Ja Iisus. Ja som Ježiš. Знаете, это встреча, Павла с Иисусом, она полностью изменила его жизнь. Toto stretnutie Pavla s Ježišom úplne zmenilo jeho život. Но в этой встрече он узнал того, против кого боролся. При tomto stretnutí spoznal, proti komu vlastne bojoval. И он познал, что на самом деле все это время, пока он боролся с Иисусом, спознал, что во своей подстате, во всем своем, в том часе, боролся с Иисусом. Пока он боролся с Иисусом, он был в большой опасности. За все это время, когда он воевал с Иисусом, он был в большой опасности на самом деле. В том часе, когда так-то боролся с Иисусом, был во великом небезпеченстве, когда боролся с Иисусом. Потому что тот, против кого он воевал, Pretože ten, proti komu bojoval, он намного сильнее его. Был о много сильнейший, как он. Намного сильнее. О много сильнейший. Намного сильнее. О много сильнейший. И когда он встретил его, а когда его встретил, он сказал, ну, почему ты против меня? Он, Иисус сказал, почему ты против меня? В этом ужасе, в страхе. В том страху. Сказал, кто ты? Поведал, кто си? Это Иисус, это я, Иисус. To som ja, Ježiš. On polnosťu bol zmenený. Úplne bol zmenený. On bol sakrušen do hlubiny duše. Bol skrušený v hĺbke duše. On uznal, spoznal toho, proti koho on borolsa, spoznal toho, proti ktorému bojoval, no tot, proti koho on bojoval, on jeho neubil. No ten, proti ktorému on bojoval, ho nezabil. Вы знаете, с чем Павел встретился, когда он встретился с Иисусом? Видите, с чем встретил Павел, когда встретил с Иисусом? Он встретился с милостью. Встретился с милостью. Он встретился с прощением. Встретился с отпущением. И он встретился больше всего и прежде всего. Он встретился с любовью. Stretol sa nadovšetko a predovšetkým s láskou. On stretol sa s Božou ľubovou. Stretol sa s Božou láskou. On stretol sa s tým, koho neznal. Stretol sa s tým, ktorého nepoznal. I na samom deli on neznal Boga. A vo svojej podstate nepoznal Boha. Dúmaje, že zná Boga, on neznal Boga. Myslel si, že pozná Boha, ale nepoznal Boha. On stretol sa s tým, kým je Boh. Stretol sa s tým, кто є Бог. Потому что Иисус, Pretože Ježíš, это тот, кто есть Бог. Є той, который є Бог. И во Христе Иисусе явился нам сам Бог всемогущий. Видишь, в Христе се нам з'явил сам Бог всемогущий. Каждый из нас, когда мы встретились с Иисусом, каждый из нас, когда мы встретились с Иисусом, мы встретились Богом. Встретили сме са с Богом. И мы встретились с любовью. Встретили сме са с лаской. Мы встретились с любовью, которую даже не можем постичь. Встретили сме са с лаской, которую не е можно не можем постичь, понять. Представить си, похопить. Потому что такой любви здесь на земле мы не видим. Pretože takúto lásku na zemi nemôžeme vidieť. Такой любви на этой земле нет. Takáto láska na tejto zemi nie je. И в этом падшем человечестве такой любви мы не находим. В tomto padlom ľudstve takáto láska nie je. Она есть только у Бога. Je iba u Boha. Она есть Бог. Ona je Boh. И это небесная категория. Je to nebeská kategória. Когда Иисус спрашивал, любишь ли ты меня, агапе, когда Иисус спросил, любишь ли меня ласку агапе, и Петр, он
Ja ľubľu tebe, Filio. A Peter povedal, áno, ja ťa mám rád, lásko Filio. My понимаем Filio. Rozumieme Filio. Agape, my nie понимаем. Agape nerozumieme. Agape. Agape. Človek, ktorý nedostojen ľubvi, ako jeho možno ľubiť? Človek, ktorý nebol hodný lásky, ako je možné ho milovať? Človek, ktorý zlo, žestoký, ako možno jeho ľubiť? Človek, ktorý je zlý, ako je možno ho milovať? No, вот эта любовь, она встретила Савла. Но táto láska stretla Савла. И она изменила его имя на Павла. A táto láska zmenila jeho meno zo Савла na Павла. И эта любовь, которая встретила однажды нас. To je láska, ktorá raz stretla aj nás. Она изменила наше имя. Ona zmenila naše meno. Потому что мы были грешники. Pretože sme boli hriešnikmi. Окаянные. Окаянные. Это я не знаю, как это переводить. И очень плохие. Veľmi zlí hriešnici. Но мы стали праведниками. Аллилуйя. Стали справедливыми людьми. Мы были погибшие. А были мы те, которые проиграли, проиграли. Погибшие. Убиты. Погибли. Без Бога мы что, погибли? Мертвы, мертвы. Ну, мертвы мы были. Алло, мертвы. Но стали живые. А стали мы живыми. Аллилуйя. Мы были безбожники. Были мы безбожниками. Потерянные. Стратены. Без будущего. Без будущности. Без надежды. Без надеи. Но стали Божьими детьми. Але стали мы Божьими детьми. Царями и священниками. Кралями, Кралевским князством. Имеющими великую надежду во Христе Иисусе. А маме великую надежду в Иисусе Христе. Имеющие вечную жизнь. Маме вечный живот. Аллилуйя. Аллилуйя. Это великая перемена. То есть великая измена. Но эта перемена произошла. Тато измена стала. Потому что мы встретили не просто Бога. Потому что мы встретили не одного духа Бога. Но мы встретили Бога любви. Ale stretli sme Boha lásky. My stretili ľubov. Stretli sme lásku. I každý z nás, a každý z nás, когда мы приходили к Богу, первое, что мы услышали и как мы могли прийти к Богу. Keď sme prišli k Bohu, čo sme počuli, ako sme mohli prísť k Bohu? Мы услышали об Иисусе Христе. Počuli sme o Ježišovi Kristovi, ktorý prišiel na tú zemlu ради нас. Ktorý prišiel na túto zem ako človek medzi nás. I ktorý vzal na seba naše hriechy, ktorý vzal na seba naše hriechy, ktorého schvatili i zbivali, ktorého zajali, bili, ktorý bol obezobražen páči všakého človeka, ako hovorí prorok Isaia, ktorý bol už nevyzeral ako človek, ako hovorí prorok Izajáš. И его распяли на кресте. А когда его прибили на крыш. И там он висел. А висел там. И продолжал молиться за нас. А покрачивал в молитве за нас. И умер за нас. А зомрел за нас. И был погребен. А был похован. И потом воскрес. А потом воскресен. И именно эта весть. То, а тато звесть. Когда мы поверим в эту весть. Когда уверим этому-то посольству. Когда мы поверим в Иисуса Христа. Когда уверим в Иисуса Христа. Который умер за нас на кресте. Который умер за нас на кресте. Получаем спасение. Достанем спасение. Только через Него. Ибо через Него. Прощение. Отпущение. Через Его кровь. Через Его кровь. Мы куплены дорогою ценой. Выкуплены мы высокой ценой. Кровью Иисуса Христа. Драгоценной кровью Иисуса Христа. Только так. Ибо так. Мы могли прийти к Богу. Мы могли прийти к Богу. Только так мы могли получить прощение. Ибо так мы могли изыскать спасение, отпущение. И усыновление. Усыновление. Поволание. Стали сыновьями и дочерями Божьими. Усыновление. Поволание. Установление. Сыновство. Сыновство будет. Сыновство. Сыновство. Аллилуйя. Только так. Только так мы стали Божьими детьми. Стали мы со Божьими детьми.
через кровь Иисуса, через его жертву. Cez krv Ježíša Krista, cez jeho Другого obeť. Пути нет. Иной цесты нет. Мы смотрели фильм. Видели сме фильм. И мне понравился особенно один момент сегодня утром. Запачили сами днес рано один момент. Когда мы видели этого царя грядущего. Кид сме видели тохто грдего краля. Это красиво. Кито красно. Красивая анимация. Красная анимация. И он идет во славе, в силе. Идет в славе, в силе. И все увидят его, так в Библии написано. А все его увидят, как и написано в Библии. И вострепещут пред ним цари земные. А трасутся пред ним и крали земли. И он придет. А он придет. И знаете, там был кадр, где было видно его руки. Был там забер, где было видно его руку. И там была дырка. А там была дырка. Там была рана от гвоздя. Была там рана от клинца. Я подумал себе. А мыслил сам си. Когда ты приходишь к такому царю. Когда придешь к такому то королеви. И когда ты подходишь к нему, ты видишь невероятную славу. Когда видишь, придешь к нему, видишь неуверительную славу. Невероятную силу. Неуверительную силу. Власть. Владу. И пока ты еще приближаешься, ты чувствуешь, как коленки дрожат. А когда к нему приближаешься, чувствуешь, как са ти трасу колена. И ты думаешь, как я могу вообще приблизиться? А ты размышляешь над тем, как се я могу приближить? Ты приходишь ближе. Приходишь ближе. И ближе. А ближе. И потом ты вдруг видишь. А сразу видишь. И на его руках. На его руках. На руках этого царя. На руках тохто краля. В этой славе облеченного. В его славе. На этом недоступном престоле. На том-то недоступном месте. Эти раны. Тето раны. Эти шрамы. Тето шрамы. И они говорят о том. Ты то всё говори о том. Они говорят тебе, они говорят мне о том. Говори о тебе, а и мне о том. Я умер за тебя. Зомрел сам за тебя. Я так люблю тебя. Так тебя мам рад. Что я отдал свою жизнь за тебя. Же сам дал за тебя свой живот. И тогда что-то меняется в моем сердце. А потом са нечо мени в моем сердце. И страх он уходит. А страх отхадза. Я больше не боюсь. А уж себя не боим. Я не боюсь этого великого и страшного царя. Не боимся тохто великого. Потому что я вдруг узнал его. Потому что сам его уж познал. Потому что я увидел его сердце. Потому что сам видел его сердце. Я увидел, как он любит. Видел сам, ако он милует. И эти раны. А ты то раны? За меня. За меня? Я больше не боюсь его. Уж его вяз не боим. Но я начинаю рыдать перед ним. Але начинаем са радовать перед ним. Рыдать, плакать. Плакать перед ним. Потому что я сокрушен. Потому что сам скрушенный. Этой любовью. Его лаской. Какой он возлюбил меня. Которого ма миловал. Аллилуйя. Аллилуйя. Каждый из нас. Каждый из нас. Был изменен любовью. Был измененный лаской. Не законом. Не законом. Не страхом. Не страхом. Как, если ты в ад пойдешь, если ты будешь грешить, но, грешник окаянный. А отойдешь. Знаю, окаянный, ты не умеешь переводить. Ладно, пропускаем это слово. А отойдешь ты, этот грешник, от меня? Он так не... Это не, нас не изменило. То-то нас не изменило. Это нас могло бы напугать хорошо, да. Могло бы нас то напомнить. Напугать, порядне. Испугать. Нагневать, выстрашить. Аллилуйя! Но слава Богу! Это нам бы не помогло. То бы нам не помогло. Нам помогла его любовь. Помогла нам его ласка. Нам помогла его жертва. Его обед нам помогла. Он дал нам смелость. Дал нам смелость. Через свой крест. Цез свой криш. И поэтому я. Прето я. Делюсь с вами уверенностью в моем сердце. Делимся с вами тем, чему сам уверил во своем сердце. И это есть Слово Божье. А то есть Слово Божье. Потому что именно во Христе Иисусе. Прето же в Ежишеве Христове. Явился нам Бог. Са нам зявил Бог. И Он явился нам прежде всего как любовь. Зявился нам предо всем, ако ласка. Как агапе. Ако агапе.
Это любовь принятия. Je to láska prijatia. Любовь, которая нас принимает. Láska, ktorá nás prijíma. Любовь, которая нас принимает, когда кажется, нас больше уже никто не может принять. Láska, ktorá nás prijíma, keď sa nám zdá, že už nie je nikoho, kto by nás prijal. Я знаю, слышал свидетельства людей очень жестоких. Я познал сам в своей жизни. Познал сам, почул сам прибеги людей в своём животе. Свидетельство человека, который был очень жестоким. Свидетельство человека, который был вельми жестоким. Злой. Он был злой, потому что он не знал другой жизни. Был злый, лебо не познал иный живот. Он был злой, потому что его так, может быть, научили. Был злый, потому что аси так научили. Как апостол Павел, ему сказали, надо их бить, он бил. Как апостол Павел, поведали ему, треба их бить, так их бил. Они сказали, слушай, если ты будешь их бить, то ты очень будешь хорошим перед Богом. А поведали ему, почувай, когда их ты будешь бить, будешь вельми добрый перед Богом. И он думал, о, я буду служить Богу, я буду их бить. А мислил си, о, я будем служить Богу, будем их бить. Этот человек был злой, потому что так думал, что такая жизнь. Tento človek bol zlý, pretože si myslel, že takýto je život. No, когда он встретил Бога, он совершенно изменился. No, keď stretol Boha, úplne sa zmenil. Рассказывал, как он пришел с этой ненавистью и попал в круг нескольких верующих людей, которые молились. Hovoril o tom, ako prišiel s nenávisťou do kruhu niekoľkých ľudí, ktorí sa modlili. И вдруг он вместе с ними начал молиться. А сразу са он сполу с ними начал молить. И он встал на колени впервые в жизни. Первый раз в животе си клякал на колена. И впервые в жизни он ощутил Божий Дух. А первый раз в животе поцитил Божьего Духа. Он ощутил, как невероятная любовь Божья. Поцитил, ака неуверительна е Божья ласка. Сошла на него. А зашла, заступила на него. И пару минут эта молитва длилась. А ибо пару минут тривала тато молитва. Но он был полностью изменен. Але был уполне измененный. И когда он встал с молитвы. Кед встал с молитвы. И он смотрел на всех этих людей, которые там были, которых он раньше ненавидел. А позрелся на всех этих людей, которых дофтери ненавидел. И он так их любил. A on ich tak miloval. Он хотел их всех обнять. Хотел их всех обнять. Он посмотрел на этот мир, в котором ничего хорошего не видел. Позрелся на тенто свет, в котором ничего доброго не видел. И он увидел, как все прекрасно. А сразу видел, как и всё прекрасно. Я на всю жизнь запомнил, как один из нашей церкви парень, он сказал, он пришел к Господу, ему уже было за 30 лет. Памятам си целый свой живот. Príbeh človeka, ktorý hovoril svoj príbeh. Один человек из нашей церкви, он рассказывал мне. Jeden človek z našej cerkvi mi vravel, povedal, что когда он пришёл к Богу, keď prišiel k Bohu, он пошёл там где-то за город отдыхать. Išiel niekde za mesto oddychovať. И потом он вернулся и рассказывает мне: "Слушай, я, говорит, впервые увидел какое красивое небо". A hovoril mi, počúvaj, videl som, aké krásne je nebo. Впервые я увидел, prvýkrát som videl, aké je nebo krásne. И какая красивая природа. A aká je krásna príroda. И я смотрел на него, и я был удивлен. A pozrel som sa na neho a bol som prekvapený. Думаю, можно жить всю жизнь. Je možné žiť celý svoj život. 30 лет, извините, это достаточно нормальный период. 30 rokov to je dostatočný čas. И никогда не видеть красоты. А нигде не видеть красы. Не видеть жизни. Не видеть живот. Не видеть любви. Не видеть ласку. И вы знаете, я подумал, вау, как это круто. Когда Бог приходит в жизнь. А видите, когда Бог пришел до его живота. Когда Он исцеляет наши духовные глаза. Когда Он уздоравливает наши духовные очи. Когда Он исцеляет наш мозг. Keď uzdravuje náš mozog. Naše myšlenie meniaje sa. Naše myšlienky sa menia. Вот где всё, весь ключ. Это перемены внутри нас. Где ten ключ? Tá premena vo v našom vnútri. И мы видим,
Мир изменился. А видимо, свет се изменил. На самом деле мир такой же. Свет є так. На самом деле мир такой же. В подстате свет є такий-то. Но наши глаза открылись. Але наші очі су отворені. И наше серце начало чувствовать другие чувства. А наше серце почало цитити інші почуття. Потому что Иисус пришел в нашу жизнь. Потому что Иисус пришел до нашего живота. Аллилуйя. Аллилуйя. Поэтому в Иисусе мы встретили любовь. Потому что в Иисусе мы встретили ласку. И мы продолжаем, и мы учимся от Него любви. Покрачуем в том, а учимся от Его ласки. Мы учимся. Учимся. Каждый раз мы смотрим. Стале, позираем. Мы удивляемся. Сме прекватен. Я удивляюсь. Каждый раз я удивляюсь. Стале, каждый раз. Я уже много лет прекватен. Верующий, но я все время удивляюсь. Много роков сам уж веряций, але сам удивенный. Я удивляюсь Его любви. Сам удивенный. И я учусь от Него. Учимся от Него. Я просто наслаждаюсь им. Я са еднодухо. Аллилуйя. 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 Еднодухо, я славлю Бога. Еднодухо, славим Бога. Слава Богу. Слава Богу. И Его раны, Его любовь, Его раны, Его ласка, жертва дает нам Его обеть. Жизнь дает нам смелость. Дава нам живот и смелость. И мы можем приходить к Богу. А можем приходить к Богу. Без страха. Без страху. С дерзновением. Без... И со смелостью. Со смелостью. Все приходит через Слово. Všetko prichádza cez slovo. И прямо сейчас ты слышишь слово. A práve teraz počuješ slovo. Это слово может изменить твою жизнь. Toto slovo môže zmeniť tvoj život. Просто поверь ему. Jednoducho uver jemu. Потому что он уже всё сделал. Pretože on už všetko urobil. Для тебя. Pre teba. Братья и сёстры, дорогие. Bratia a sestry, drahí. Знаете, насколько вы дорогие? Viete, nakoľko ste drahí? Я не знаю. Я не знаю. Это больше, чем я думаю. Это viac, ako si myslím. Это больше, чем ты думаешь. Это viac, ako si ty myslíš. Потому что Бог купил тебя. Pretože Boh teba vykúpil. Ценою драгоценной крови. Ценой драгоценной крови. Можешь себе представить, какой ты дорогой? Можешь себе представить, aký si драгоценный? И он вошел во святилище, сказано. Он вошел во святилище, в присутствии Бога Отца. До притомности своего Отца. Он вошел с кровью. Вошел с кровью. Он вошел с кровью. Вошел с кровью. И вы знаете, кровь, она говорит. Видите, кровь говорит. Вы слышали из Библии, что кровь, она взывает, она говорит, она кричит. Она требует. Видели сте, что кровь в Библии говорит, кричит. Вы слышали это? Почули сте о том? Сказано, что кровь убиенных, она взывает об отмщении, да? Почули сте о том, что кровь забитых кричит. Взывает об отмщении, чтобы отомстить. Вола, требует, ако, как бы... Ако на помсту. Да, на помсту. Вола на помсту пред Богом. Кровь убиенных, кровь требует возмездия. Кровь тих, которые замерли. И кровь Иисуса, она тоже говорит. Кровь Иисуса Христа теж говорит. Она кричит. Она кричит. Она, ее голос сильнее всех голосов. Ей глас сильнейший, как все остальные голоса. Потому что это голос крови Сына Божьего. Потому что это глас крови Божьего Сына. Но это кровь. Але это кровь. Она взывает о милости. Принаша милость. Взывает о милости. Взыва милость. Взывает, да. Вола милость. Позыва милость. Позыва милость. Это кровь. Кров позыва милость. Это кровь, которая говорит помилуй. Кровь, которая говорит прости их. Отпустим. И когда отец видит эту кровь. А когда отец видит эту кровь. Кровь сына своего. Кровь своего сына. Эта кровь говорит за них уплачена цена. Та кровь говорит за них уж была заплачена. Мы сегодня цена. Говорим, мы под кровью Христа. А мы днес говорим, мы под кровью Христа. Мы под защитой крови Христа. Мы под охраной крови Христовой. Это очень сильно.
To je veľmi silné. Потому что эта кровь говорит, что за тебя заплачена цена. Pretože krv, tá krv hovorí, že za teba bola zaplatená. Потому что эта кровь говорит, что ты принадлежишь Богу. Pretože táto krv hovorí, že ty patríš Bohu. Никто не смеет прикасаться к тебе. Nikto sa nemôže ťa dotknúť. Ты Божье дитя. Si Božie dieťa. Ты принадлежность Бога. Ty patríš Bohu. Ты собственность Бога. Je to osobnosť Boha. Nikto nemôže prikasáca k Božej sobstvenosti. Nikto nemôže sa dotknúť Božej osobnosti. Je to krv. Je to krv. Je to krv vyskúplenia. Je to krv vykúpenia. I keď otec slyší hlas tej krvi. A keď otec počuje hlas tejto krvi. Jeho ľubov vyzlievá sa na teba. Jeho láska sa vlieva na teba. Amen. Amen. Je to naše drznovenie. Это наша сила, это наша победа. Это наша сила, наше витязство. Его любовь к нам. То его ласка к нам. Его любовь к нам. Его ласка к нам. Любовь, которая принимает. Ласка, которая приима. Иногда мы себя не можем принять. Некоторые сами себя не умеем принять. Кто из вас испытывал это чувство, когда ты не можешь сам себя простить? Kto z vás okusil ten pocit, keď nevedel sám sebe odpustiť? Поэтому нам и я хочу, чтобы сегодня ты знал. Chcem, aby si dnes vedel. Бог протягивает к тебе руку любви. Boh vystiera ruku lásky k tebe, ruku lásky k tebe. И кровь Сына Божьего, она сильнее твоего греха. A krv Syna Božieho je silnejšia ako sila tvojho hriechu. И он простирает к тебе руку. Он вистирает к тебе свою руку. И он не простирает к тебе меч наказания. Не вистирает к тебе меч напоминания. Но простирает к тебе руку милости. Но вистирает к тебе руку милости. Он видит, что ты упал и валяешься, может быть, в грязи. Он видит, что ты спадал, а что са там валяешь где на земле. И он не говорит: "Ну все, тебя надо убить". No, nehovorí, že teba treba zabiť. No, on protiahuje ruku, hovorí, ja chcem teba podňať. Ale on takto vystiera ruku a hovorí, chcem ťa pozdvihnúť. Ja chcem teba podňať. Chcem ťa pozdvihnúť. Znáte, kada Isus vysiel na kreste. Viete, keď Ježiš vysiel na kríži. I kada ľudia kričali proti nemu. A keď ľudia kričali proti nemu. Samé odvratiteľné slova, ktoré možno bolo nájti. Samé zlé slova, ktoré je možné vymyslieť. Nájsť. И казалось бы, кто-то бы сказал, ангелы бы сказали, слушай. Ангелы бы поведали, почувай. Слушай, как они вообще смеют? А они, ако са они смею? Как они смеют это делать? Ако как они позволяют смеять? Себе, как они позволяют себе это делать? Ако си доволюют это робить? И Гавриил бы сказал, ну я все, я бы сейчас с ними расправился. Михаил говорит, уже меч вытаскивает. А Иисус говорит, отче, прости им, потому что не знают, что делают. Иисус говорит, отец, отпусти им, лебо они не ведят, что робят. Вы знаете, об этом можно говорить много. Видите, есть можно о том говорить много. И об этой женщине, которая сегодня была прочитана. Ако та жена, о которой было днес прочитано. Которая пришла. И волосами отирала ноги Иисуса. А волосами утирала ноги Иисуса. Там фарисеи смотри, если бы он знал, какая женщина. А фарисеи сопозорили и говорили, кеби он ведел, ака то е жена. Иисус не сказал, нет, она хорошая. Иисус не сказал, не, она е добра. Она праведная. Она е справедлива. Она грешна. Не, она е грешна. И она больше грешная, чем, ну, как бы ты, фарисей, ты чувствуешь себя более праведным. Может быть, ты меньше сделал. Была грешна. Она была очень грешна. А, ну, она была очень грешна. Может быть, она была больше грешна, чем другие. Была аси вяц грешна, как все остальные. Но, знаете, когда Бог смотрит на грешника, он видит израненного человека. Видите, когда Бог посмотрел на грешника, видит израненного человека. И он хочет его исцелить. Он его хочет уздравить. Он сказал, прощаются грехи многие. Он говорит, отпущаются многие грехи. Все легко, все просто. Все легко. В один момент. В одном моменте. Он решил все. Он вырешил все. Он простил. Он отпустил. Он исцелил. Он уздравил.
И он сказал. А поведал. Кому много прощается, тот много любит. Кому са много отпушча, тен много милуе. И эта женщина, она стала прекраснее многих других. А тато жена се стала краще, ако многи остатни. Потому что ее любовь Божья исцелила ее. Претоже ласка Божья ю уздравила. Аллилуйя. Аллилуйя. Я верю, что Бог сегодня, не знаю, это такая тема, можно целую ночь напролет об этом говорить. У меня есть очень много слова, которыми я хотел бы делиться. Мам много слов, которыми бы я хотел поделить. Мне хочется и об Адаме сказать. Я все-таки скажу. Хотел бы себе о том говорить. Да? И об Адаме я хочу сказать. Скажу об Адаме немножко. Об Адаме? Да, об Адаме. Об Адаме. Об Адаме. Яй, о Адамови. Да, да. Будем говорить о Адамови. А смотрошку. Аллилуйя. Аллилуйя. Знаете, когда Бог сотворил мир, когда Бог начал творить мир. Видите, когда Бог начал творить свет. И он сотворил свет. Витворил светло. Потом он сотворил там земля, суша, море, потом звезды, землю, месяц, солнце, море, зем, солнце, трава, деревья, трава, птицы, рыбы, строми, птаки, животные, рыбы, все зверята, начало двигаться. Шетко начало красиво поставать. Все там, закаты появились, рассветы. Красное, шетко было рассветено. Но целью Божьего творения, на самом деле, все, что Бог творил. Но все, что Бог творил. Знаешь, когда ты смотришь на все эти звезды. Видите, когда ты поздравишь на звезды. Позволь мне что-то сказать тебе. Может быть, это будет для тебя каким-то откровением. Может, это будет, что повем, про тебя зявением. Все, что ты видишь. Все, что видишь. Бог это сотворил для тебя. Бог то утворил про тебя. Потому что целью Бога было не звезды. Потому что целью Божьим не были звезды. Или солнце, или луна. Або солнце, чи месяц. Или птички, которые красиво летают. Або птички, которые красиво летают. Целью Бога был Адам. Целом Божьим был Адам. И Ева. А Ева. Целью Божьей был человек. Целом Божьим был человек. И все, что Бог сотворил в материальном мире. Все, что Бог вытворил в том-то гмотном свете. Это среда обитания для человека. To je stred pozornosti pre človeka. Amin. Это среда обитания. Он сотворил для нас. Он то всё вытворил pre nás. Всё это он сотворил для нас. Это земля, эти деревья. То тато зем, стромы. Бог сказал Адаму: "Это всё тебе". Бог поведал Адамови: "То всё твоё". Владей. Это всё твоё. То всё твоё. Животные, земля, звезды, зем, звезды, солнце. Через какое-то время в космос улетишь, все твое. О некий час будешь видеть летать до весмиру, все твое. Да, он все, что мы видим. А, но все, что видим. Сказано, что когда Бог сотворил свет, и увидел Бог, что свет хорош. Когда Бог вытворил светло, видел, что светло и доброе. То есть он сказал, хорошо, неплохо получилось, неплохо. Не, это зле, что сам вытворил. Потом он сотворил землю, сушу, потом море. Потом зем, суш, море. Хорошо. Добре. Неплохо получается. Сдастся, что это не зло. Но знаете, а все там ангелы, ну вау, видите, все вау, ангелы, вау, вау, вау. Ну раз птицы, вау, какое птицы. Интересное создание. Аке, животные, там рыбы, киты, заиме, акулы, вау. Аке заимовые витвори, ты птицы, жралок. Это все так интересно. Вельми заимовые. А Бог спокойно так говорит, хорошо. А Бог спокойно это говорит, хорошо. Добре, да, это хорошо, добре. Все сделано хорошо. Да, и то, добротно, качественно. Фирма Божья делает все суперкачественно. Фирма роби во высокой квалите, Божья фирма. Аллилуйя. Аллилуйя. Хорошо, это хорошо. И это добре. Но вы знаете, сам Бог, он этим не восхищался, но когда он сотворил, видите, кто Бог вытворил? Человека. Человека. Адама и Еву. Адама и Еву. Мужчину и женщину. Мужа и жену. Он сказал. Он поведал. Весьма хорошо. Что? Весьма хорошо. Все-таки доброе. Не, не. Не?
Он сказал: "Очень хорошо". Вельми добре. Очень хорошо. Вельми добре. Он сказал: "Вау!" Вау! Он сказал: "Аллилуйя!" Аллилуйя! Бог сказал: "Аллилуйя!" Бог сказал, поведал: "Аллилуйя". Потому что он был, знаете, как художник, который создал шедевр. Потому что он был как умелец, который вытворил шедевр. И когда он сделал этот мазок, последний. А когда вытворил мазок? Когда он рисовал, рисовал, все говорили: "О, как красиво!" Когда кресло говорило: "О, как красиво!" Не, 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 подождите. Почекайте. И он снова рисовал: "Ой, как красиво! Подождите. Как красно! Не, это не, еще не то. Это еще не то. То еще не. Вы еще увидите. Еще он увидите. И когда он сделал этот последний мазок. Когда робил тенто последний мазок? Сказал: "Подождите, сейчас, сейчас. Подал, почекайте хвилку. Глины немножко. Так. Трошку глины еще. Сейчас, сейчас что-то будет. Почекайте. Начал лепить. Почекайте. И дома наклонился. Потом се наклонил. Что он делает? Же что он робит? С этой глиной. Ведь то и глина. И он. Такой, как я, появился. А так, как ну, я и как ты создал, тоже. Так, або, как ты. Аллилуйя! Аллилуйя! Где я? Что? О, как где красиво сон? Все. Здесь, здесь все приготовлено. Он не проснулся, знаете, такой хаос, там грязь, там болото, там ничего нет. Не было то, чтобы себя забудил, а был там хаос, а ничего там не было. Господи, где ты, куда ты меня положил? Все, где сима ты не, дал? Все красиво, и Бог. Не, все это было красное. И знаете, но когда Бог сотворил человека, он сказал: весьма хорошо. Видите, когда то Бог вытворил, поведал: вельми добре. Вельми. Амен. Вельми добре. И знаете, я хочу что-то сказать. Видите, Адам... Хочу нечто поведать. Адам. Потом он потом потерял, стратил Адам общение с Богом. Сполучество с Богом. Адам был в Эдемском саду, и это было прекрасное время. Был в райской загороде, это был красный час. Рядом с ним гуляла Ева, прекрасная. Сполу с ним, са прекрасная Ева приходила. Большое, они очень любили друг друга. Вельми любили приятеля. Адам был влюблен и верен. Адам был, был милованный, приятный. Любил. Ну, можно. Пусть будет. Может быть. Вообще, каждый немножко может фантазировать. Да, да. И Адам, и знаете, а потом раз. Видите, а потом раз. Божье присутствие. Божья притомность. Наполняет Эдем. Наполня Эден. Адам говорит Еве: "Извини, дорогая". Адам говорит Еве: "Я побежал". Припач, драга, я утекаю. Я бегу, к... не утекаю. Не. Я бегу к отцу. Я бежам, бежим к отцовой. Бегу к отцу. К отцовой. Потому что это лучше, чем с тобой здесь быть. То лепше, не, с тобой очень тобой. Хорошо. Не, с тобой вельми добре. С тобой очень хорошо. С тобой вельми добре. Но я бегу к отцу. Но я бежим к отцовой. А это было самое лучшее. А то было то наилепше. Божье присутствие. Божья притомность. И он бежал. А я говорю: "А что мне делать? Я тоже бегу?" Теж бежим. И тоже. Они были в Божьем присутствии. Они были в Божьей притомности. В присутствии всемогущего Бога. В притомности всемогущего Бога. И кто может это изменить? Это так должно быть. Кто то может изменить? Так это Бог так сотворил быть. Все. Так то Бог вытворил. Все прекрасно. Вшетко прекрасно. Пока грех через дьявола не был внедрен. Пока грех с дьявола не вступил. И между Богом и человеком образовалась непреодолимая пропасть. Когда через грех между человека а Бога достала непреодолимая пропасть. Непреодолимая пропасть. Вы знаете, мы смотрим на эту историю. Видите, позираемся на эту историю. Думаем: "Господи". А говорим: "Пане". Почему так произошло? Прече се то так стало? А Бог говорит: "А я знал". А Бог говорит: "Я сам видел". Что так будет? Значит, это так будет. Но я все равно это сделал. Но а так сам то все это вытворил. Потому что несмотря ни на что. Потому что, несмотря ни на что. Потому что не диваются на то. Несмотря ни на что. Не позирайте на нич. Не знаю, как так сказать. Так сам то поведал. Альбо не глядясь на то. Да, не глядясь на то. То и то исто. Да, не позирайся на то, не глядясь на то. Он все равно продолжает тебя любить. Он и так делает тебя рад. Это очень интересно. Сказано, что
Иисус veľmi zaujímavé pastradal za nás prežde bytia mira. Že Ježiš Kristus stratil. Stradal za nás. Stradal, trpel za nás. Prežde bytia mira. Pred stvorením sveta. Pred stvorením sveta. И, знаете, я это думал, Господи, что это значит? Прежде сотворения мира... Видите, размышлял сам над тем, что это значит пред створением света. Ты уже пострадал. Ты уже си то... Потому что Бог все терпел, знал. Потому что Бог все ведел. Бог знал, на какой шаг он идет. Бог ведел, на который тяг идет. И когда он сказал первое слово... Когда поведал первое слово... Он уже знал последнее слово. Уж ведел последнее слово. И он знал, что произойдет. Он ведел, что все будет делать. Поэтому перед тем, как он сказал первое слово, перед тем, как он поведал первое слово, он уже готов был пострадать. Он уж был приправлен терпеть. За тебя и за меня. За меня и за тебя. За тебя и за меня. За тебя и за меня. Он так возлюбил нас. Так нас миловал. Он так возлюбил человека. Так миловал человека. И когда Адам был сотворен, Бог радовался. Бог сорадовал. И позволь мне что-то сказать тебе. Я верю, что Дух Божий вдохновляет меня это сказать тебе. Верим, что то, что тебе повем, Бог вдыхал до меня, аби сам тебе поведал. Бог хочет сказать, что Он очень дорожит тобой. Бог хочет поведать, что я вельми. Он дорожит тобой, ценит тебя. Же си тебя вельми цени. Он радуется тебе так же. Радуется с тебой, с тебя. Тебе радуется так же, как радовался Адаму, которого он сотворил. Радовался с тебя, так как с Адама, когда его вытворил. Давид, он как-то увидел это в духе. Когда кто-то Давид увидел в духу. И он сказал... А поведал? Ты смотрел, ты соткал меня в чреве матери. Вытворил в маткином теле. Ты знаешь, что Бог тебя соткал? Видишь, тебя уткал. Ты знаешь, Бог. Что это Божий, ты есть Божий дизайн. Ты си Божий дизайн. Ты Божий дизайн. Ты си Божий дизайн. И Бог рад тебе точно так. Бог е рад тебе пресне так. Как он был рад Адаму и Еве, когда он сотворил их. Ако был рад, когда вытворил Адама и Еву. Именно в этой любви. А в такой-то в этой-то ласке он всё сделал для того, чтобы уробил всё для того, аби просто уничтожить эту пропасть. Аби отстранил эту пропасть. Пропасть, которая возникла между нами и нашим творцом. Пропасть, которая возникла между нами и нашим Творителем. И сегодня, а днес во Христе Иисусе в Христове Иисусе больше нет пропасти. Уж вец пропасти нет. Сегодня ты возвращен в этот Эдемский сад. Днес си ты навратени до Адамского рая, саду, заграды. Сегодня ты можешь чувствовать, как Бог приходит. Можешь чувствовать, как Бог приходит. Ты можешь бежать к Нему. А можешь к Нему бежать. Когда грех пришел в жизнь Адама, когда грех пришел до живота Адама, он полностью извратил все. Všetko rozvrátil. Он изменил направление желания Адама. Zmenil nasmerovanie života Adama. Он изменил чувства Адама. Zmenil эмоции Адама. И когда Бог пришёл, keď Boh prišiel, после того, как Адам согрешил, potom ako Adam zhrešil, Адам убегал. Адам в другом направлении. Utekal už v inom nasmerovaní. Он никогда этого не делал. Никогда это не делал. Он всегда бежал к тому. Стал к Богу. К тому, к Богу. Он бежал, потому бежал что там лучше всего. Потому что там лучше, как где хоть где. Но когда грех вошел, он извратил все. Но когда пришел грех, так все извратил. И вместо того, чтобы бежать к Богу, Адам убегал от Бога. А вместо того, чтобы бежал к Богу, Адам от Бога утекал. И мы знаем, что такое убегать от Бога. Vieme, čo to znamená utekať od Boha. My známe, čo takové ubiegať od Boha. My vieme, čo znamená utekať každý od Boha. Každý z nás v akýchto obstojateľstvách ubiegal od Boha. Každý z nás mal v živote tie situácie, keď utekal od Boha. No ja tak blagodarím Bogu, ktorý mi skazal, pusť tam sebe ubiegaj. Som vďačný Bohu, že neurobil to, že by mal v ruku a povedal, tak utekaj. Yes.
Nie. Потому что ты очень дорог для него. Pretože si veľmi drahocenný pre neho. История о блудном сыне о том же говорит, правда? Ну, вся Библия нам говорит об этом. Целая Библия нам о том говорит. О блудном сыне тоже говорит, да? Когда блудный сын вернулся, отец бежал к нему. О том, как блудил марнотратный сын, а отец к нему утекал, марнотратным сыном. Да. Вся Библия нам говорит о Божьей любви. Целая Библия нам говорит о Божьей ласке. И я попрошу, чтобы группа прославления пришла. Попросим, чтобы гудобная скупина уцеведчи пришли. Потому что я верю, что у Бога есть сегодня план для верим, тебя. Верим, что Бог ма днес план. Руди, можешь вести на место меня? Руди, мусел ли, Янко, можешь? Yeah, no. У Бога есть план. Бог ма план. Пусть просто сначала музыка будет. Не надо петь. Тераз, зачем либо просто гудба. Музыка, зачем пожалуйста. Гудба. Я хочу, чтобы в этой музыке мы поклонялись Богу и слушали Слово Божие. Почас тейто гудби сме уцтевали Бога, кланяли саму и почували Божие Слово. Я верю, что у Бога есть цель для этого собрания. Верим, что Бог ма цель с тимто сгромаждением. Я получил это Слово. Я сам приял тото Слово. Когда я молился за это собрание, за это Слово. Когда я молил за тото сгромаждение. То я получил это видение. Достал сам тото видение. Бог хочет исцелять твое сердце. Хочет уздравить твое сердце. И Бог хочет что-то говорить прямо в твою жизнь. Хочет нечто говорить прямо до твоего живота. Бог хочет изменить твои мысли. Хочет изменить твое мышление. Бог хочет забрать ложь и обман дьявола из твоей жизни. Хочет забрать лжи и кланство дьявола из твоего живота. Знаете, дьявол, он очень много и долго старался доказать нам, что мы ничего не значим. Дьявол са снажил долго и вельми, аби нам доказал, что ничего не знаменаме. Но это неправда. Але тото не е правда. Это ложь дьявола. Е то ложь дьявола. Бог через все слово свое. Бог через всетке свое слово, целое свое слово. Тебе доказывает. Тебе доказує, что ты самое важное творение Его. Что ты найважнейшее створение. Во всей вселенной. Во всей вселенной. Самое важное творение. Это человек. Найважнейшее створение. Это человек. Самое важное творение. Найважнейшее створение. Самое важное творение. Найважнейшее створение. Тебе Бог приготовил место возле себя. Бог тебе приправил место ведля себя. Никому другому. Никому другому. Ни Серафимы, ни Херувимы, ни Серафинов, ни Херубинов. Но тебе. Але тебе. Своей церкви. Своей церкви. Своим детям. Своим детям. И это даже трудно представить. И то тяжко представить себе. Когда Иисус придет. Когда Иисус придет. Сегодня Радо проповедовал утром. Здесь Радо казал. Что мы не боимся, что Он придет. Aby sme sa nebali, že príde. И мы не убегаем, потому что он придет. Мы говорим, о, нет, нет. Мы не утекаем, потому что говорим, нет, нет, когда он придет. Это просто глупо. То я думаю, глупо. Потому что самое прекрасное, что может случиться, это его пришествие. Потому что наикрасивейшее то, когда можем прийти к нему. Самое прекрасное, что может случиться. И то наикрасивейшее, что само может стать. Это его пришествие. Его призовность. Когда придет тот, кто любит. Когда приходит тот, кто тебя рад. И сегодня Дух Божий здесь. А здесь есть Дух Божий. Чтобы исцелить твое сердце. Чтобы уздоровить твое сердце. Чтобы ты перестал мыслить старыми стандартами. Чтобы ты перестал мыслить старыми способами. Чтобы ты не позволял больше дьяволу унижать тебя. Чтобы ты не позволял дьяволу унижать тебя. Не позволял больше дьяволу бросать тебя в грех. Не давало дьяволу виац тебя понарать до греха. Потому что Бог сегодня простирает к тебе свою руку. Это же Бог ты извести к тебе свою руку. Это рука любви. Это рука ласки. И он говорит тебе, что ты очень драгоценный. А он тебе говорит, что ты очень драгоценный. Не разменивай свою жизнь по пустякам. Не разменяй свой живот по
пустякам, по глупости. На глупости. Не меняй свой живот на глупости. Потому что нет, ты ценный. Потому что ты ценный. Ты важный. Ты дволожитый. Не говори глупости. Не говори глупости. Потому что ты Божье создание. Потому что ты Божий витвор. И ты призван, чтобы из твоих уст а си повлади к тому, аби с твоих уст благодать и любовь. Так сказано в Слове Божьем. Са ласка выходит. Это наше призвание. Toto je naše povolanie. Чтобы мы были наполнены Богом. Aby sme boli naplnení Bohom. Odrážali Jeho. Odrážali Jeho. Потому что однажды. Pretože raz. Он наклонился к нам. Sa k nám sklonil. И. A vdýchol. Вдунул нас. Вдýchol. Дух Свой. Духа Своего. И это же самое Он сделал с церковью Своей. A toto to isté urobil so svojou cirkvou. I v deň Pätidesiatnice. A na deň letníc. On naklonil sa. On sa sklonil svojej cerkvi. K svojej cirkvi. I a vdýchol. Dunul duch svoj. Vdýchol Ducha Svätého. I on to делает. A toto robí. Каждый раз, когда ты приходишь к нему. Stále, keď prichádzaš k nemu. Каждый раз, когда человек обращается к нему. Stále, keď človek sa obracia k nemu. Boh naplňuje teba duchom svojím. Boh ťa naplňa svojím svätým duchom. Halleluja. Это любовь принятия, любовь. Je to láska prijatia. Ktorá podnímaje teba. Láska, ktorá ťa pozdvihuje. Она здесь сегодня. Ona je tu dnes. Затвори свои очи. Молись Богу. А молись к Богу. Знаешь, я хочу, чтобы ты самое первое, что ты сделал, просто хотим, чтобы ты благодарил Бога. Богу. За Иисуса. За Иисуса Христа. За Его откровение. За Его зявение. За то, что ты встретился с любовью. За то, что ты встретился с любовью. И знаешь, у меня слово просто пришло. Дьявол снова и снова пытается прийти в твою жизнь. Пришло ко мне слово, достал сам слово, что дьявол хочет доткнуть твою жизнь. И он хочет как бы снова говорить тебе какую-то ложь. Хочет тебе говорить какое-то лжество. Иногда через каких-то людей, иногда через какие-то обстоятельства. Некогда через какие-то ситуации, або некогда через какие-то... Он хочет унизить тебя. Хочет тебя понижить. Он хочет испортить твои чувства. Нарушить твои потуги. Он хочет, чтобы ты плохо себя чувствовал. Хочет, чтобы ты себя зацитил. Но Господь говорит, не принимает. Но наш Бог говорит, не принимает. Господь облекает тебя в свою силу. Бог тебе дава свою силу. Он говорит, поднимись как воин. Повстань как вояк. Наступай на дьявола. Шляпни на дьявола. Потому что в тебя есть власть и сила. Потому что в тебе есть... Влада, а сила. Не принимай негативные вещи. Не принимай негативные вещи. Не принимай плохие мысли. Не принимай злые мысленки. Скажи нет во имя Иисуса. Повец. Нет во имя Иисуса. Нет. В мене Ежиша. Я Божье дитя. Я сам Божье дитя. И я наполнил Духом Божьим. Я сам наполнил Духом Божьим. Я принадлежу Ему. Я патрим Ему.